найцінніше в лимоні – це альбедо. Таку гарну назву має білий шар між м'якотю і шкіркою. Саме в ньому найбільше вітаміну С і біофлавоноїдів, які допомагають його засвоєнню. Чим корисний лимон ще? У цьому фрукті містяться пектин, терперин. Він багатий фолієвою кислотою, вітаміном ПП, кальцієм. Його стільки ж, як і вітаміну С, а також фосфором, сіркою, магнієм та міддю. Калорійність лимона на 100 грамів продукту лише 16 кілокалорій. Всі ці якості допомагають травленню, сприяють зниженню рівня холестерину в крові, а ще лимон виводить вільні радикали та поповнює енергетичні запаси організму. Дієтологи рекомендують додавати лимон в готові страви, наприклад, до м'яса чи риби, адже вітамін С добре засвоює залізо. А ось найнекорисніше в лимонах – це кісточки. В них дуже багато сильних реагентів, які можуть викликати алергічні реакції та рясне виділення жовчі. А ще мало хто знає, як правильно вживати лимон. Адже якщо ми посипали його цукром, користі майже не залишається. Кислота, якої так багато в лимоні, теж не така вже й безпечна для наших шлунків. І головне питання, чи є сенс від чаю з лимоном, наприклад, при застуді? Скажімо чесно, якщо ви хочете отримати цілющу дозу вітаміну С, то краще пошукайте щось інше. Гарячий чай – не найкраще середовище для цього вітаміну. Користь лимона при застуді в іншому. Ефірні масла в шкірці мають антимікробний ефект, так що пожувати цю шкірку – справа хороша. Вибирайте тонкошкірі екземпляри, які набагато корисніші. Розпізнати їх можна по рівній, ідеально гладенькій, майже глянцевій поверхні. Однак будьте пильні. Жадібні продавці, щоб продати лимони дорожче, йдуть на хитрість і натирають їх доблизьку олією або воском. Зверніть увагу на колір. Недостиглі плоди матові, блідо-жовті і жорсткі. Стиглі лимони сяють жовтизною і пружинять. Коричневі плями на шкірці означають, що лимон переохолодився при транспортуванні і втратив частину своїх вітамінів. Отож, лимони – фрукт безсумнівно корисний. Головне – мити їх як слід і ополіскувати рота після їх застосування, щоб не нашкодити зубам та емалі. І пам'ятайте, що шкірка корисніша, ніж м'якоть. Отже, друзі, рухаємося далі. День української мови та писемності, але ми сьогодні поговоримо на теми теж болючі українцям, як зберігати овочі в себе вдома, якщо ви закупили їх величезну купу і думаєте, як тепер зробити, щоб вони всю зиму прожили нормально, спокійно, ми могли їх споживати впродовж усього зимового періоду. Про це далі розкаже наша ранкова гостя, тому долучайтеся до нашої розмови, не перемикайтеся. Радий представити нашу ранкову гостю, завідувача вимірювальної лабораторії фермерського господарства Олена Кубай. Доброго ранку вам. Доброго. Дякую, що ви з нами. І так, сьогодні поговоримо о том, як сохранять овощі на самом деле в домашніх условиях. Ну, в першу очередь, хотілося б, наверное, поговорити о том, вообще о сохраненні, скажем так, да? На що стоит обращати внимание, акценти і где лучше всего хранить, в яких помещеннях, містах, предназначених для этого? Вы знаете, вырастить хороший, богатый урожай, здоровый урожай, это непросто, но это только полдела. А сохранить его, чтобы он всю зиму был свежий, были овощи и фрукты, это уже сложнее. Значит, сохранять урожай в погребах и в подвалах, ну, как бы сложновато. Почему? Потому что там у нас нет возможности контролировать влажность, нет возможности контролировать температуру. Тобто те, що, скажімо так, є у професійних якихось приміщеннях, так, де зберігається це все професійно, да, на тривалий період. Да. Як можна створити ці умови? Значит, когда у нас, например, в погребе или в подвале очень влажно, тогда мы можем простыми способами убрать эту влагу. То есть мы можем разложить в емкости, например, соль, известь, которая очень хорошо вбирает влагу, либо же опилки и емкости разложить на разных ярусах, стеллажах. Также мы можем занести туда красный кирпич элементарно. Он тоже очень хорошо втягивает влагу. Когда в большом количестве или... Нет, в зависимости от самого помещения, да, это может быть 4-6 кирпичей. Также, если у нас наоборот очень сухое подвальное помещение и у нас вянут корнеплоды, вянут, например, яблоко, если там у нас сохраняются яблоко, тогда мы можем набрать в емкости воды
поставить туда, тоже опять же таки на разных ярусах, либо же оставить в подвешенном состоянии мешки влажные, ну смотреть за их состоянием, чтобы они развивались, уже плесень и все остальное. Если мы говорим, да, о сохранении там овощей, фруктов, вот у нас сегодня яблоки и так далее, есть еще различные методы того, как это все, скажем так, упаковать, зафасовать, чтобы оно хранилось длительный период. Что для этого используем? Значит, для этого используем мы опилки, для этого используем мы мел, такой как мука, то есть он должен быть пересыпать, и песок. Значит, что касается, например, корнеплодов, таких как морковь и свекла, для них очень важна высокая влажность. Для того, чтобы сохранить свою свежесть и, так скажем, хорошее идеальное состояние на протяжении всей зимы, есть несколько способов их упаковать и заложить в хранилище, не в хранилище, а в подвалы и в погреба. Значит, первый способ – это когда мы берем, например, свеклу либо же морковь, мы их пересыпаем, укладываем в ящички и пересыпаем опилочками. Это что касается моркови. Особенно очень хорошо для хранения моркови хвойные опилки, потому что они имеют фитонциды и они предотвращают развитие грибков. Что касается свеклы. Свекла очень хорошо хранится сверху на картофеле. Они друг другу даже продлевают жизнь, так скажем, в хранении. И почему? Потому что картофель... Но именно сверху, скажем, не перемешивать. Нет, именно сверху. Почему? Потому что картофель, он боится высокой влажности. И особенно конденсата. А свекла, она наоборот, она любит влагу. Поэтому, она когда забирает мы... все лишнее от картошки. Да. Когда мы улаживаем картофель, сверху в 2-3 корнеплода максимум мы улаживаем свеклу. Она очень хорошо сохраняется и помогает сохраниться очень хорошо картофелю. Кстати, вот помню еще там, да, у бабушки дома у родителей сохраняли там вот овощи, там, если мы говорим, да, за морковку, пересыпали песком. Но она там к весне уже так прорастала сумасшедшим образом. Хороший это вариант хранения или, скажем так, неуместный для той же там, моркови? Нет, это как раз является хорошим вариантом хранения. Просто единственное, когда мы берем на хранение морковь, нужно учитывать несколько моментов. Нужно обрывать ботву, чтобы оставался черешок где-то сантиметр-два сантиметра. Потом нужно учитывать еще влажность самого песка. Песок должен быть влажным, но когда мы берем его в кулачок и зажимаем, не должен оставаться комок, он должен рассыпаться. Мы берем морковочку, улаживаем пирамидкой, пересыпаем этим песочком, вот так, чтобы они друг другу не касались. И он очень хорошо сохраняется. Если мы говорим о мелве, да, даже еще заметили, как с мелом быть, как пересыпать здесь? Потому что в моем понимании это, знаете, как на кухне посыпать сверху. Как пересыпать мел? Да, мел используется при хранении капусты. Если мы берем капусту, есть несколько вариантов хранения капусты. Если урожай у вас на даче небольшой, вы можете вырвать с корневой системой капусту, оторвать все лишние нижние листья и в подвешенном состоянии сохранить головой вниз. Да. Если же мы берем головки капусты, раскладываем на стеллаж, тогда опять же они не должны друг к другу прикасаться, это тоже второй вариант. И есть третий вариант, как раз вот где мы используем мел, мы берем ящики, вылаживаем капусту, головки капусты, так, опять же, чтобы они друг к другу не прикасались. И это, пересыпаем. Я так понимаю, самое главное, ключевое. Да, это ключевое, потому что начинается развиваться потом белая гниль. И тогда, когда мы разложили в ящики, мы пересыпаем и мелом наши головки. Пересыпаем как мукой, просто посеиваем. То есть мой вариант как на кухне прям это, подходит. Это идеально. Подходит. Почему? Потому что мел, он как раз будет контролировать влагу на листьях, и мел будет контролировать развитие грибковых заболеваний, развитие гриба. Я предлагаю перейти все-таки к еще одной практической части. Мне показывают, что уже у нас и новости еще поджимают, но, коллеги, уже извините. Итак, мы зараз у нас есть картопля, есть яблоко. Я так разумею, что принцип зберігання їхніх у опилках однаковий, так? Ну, картошка, за картошку ні, а от за яблука. Давайте без проблем. Яблука... Так, давайте, якщо можете мені допомогти, я візьму, друзі. А все, що вам для цього треба, невеликих сум, як то кажуть, це все коштує, тобто можете ось такий величезний пакет, який ми взяти, я думаю, що вам вистачить і на величезну кількість тих самих яблук. І так, що ми робимо? Значить, по поводу яблук. Якщо б мене
спросили, можно ли хранить овощи вместе с яблоками, конечно, я бы ответила нет. Почему? Потому что яблоки, они выделяют этилен, газ, который способствует старению и дозреванию продукции. Если, например, мы храним ее яблоки... То есть вот какой он вредоносный этот продукт. Да. Яблоки лучше хранить отдельно. Если уж нет возможности, тогда мы ставим там, где хорошая вентиляция, то, чтобы этот этилен, газ выводился. С картошкой как раз нельзя сохранять яблоки. Почему? Потому что... Но это пока временное соседство. Да, это пока временное. Если вот так вот сохранять, ну, неделю, две, три, то еще можно. Дольше нельзя. Почему? Потому что яблоки способствуют прорастанию картофеля, выделяя этилен. А картофель, когда соседствует с яблоками, яблоки набираются вот этого крахмального привкуса, они становятся невкусными, поэтому лучше их не хранить. А есть ось декілька варіантів, наприклад, так? Да, есть здесь несколько вариантов хранения. Первое, это когда вот у нас здесь ячеечки, то есть мы разлажим, если у нас небольшой урожай, мы разлажим просто отдельно яблочки друг от друга, они друг другу не касаются, разлаживаем так, чтобы у нас были плодоножки сверху, и в принципе, можно ничем не пересыпать. Но если у нас их немного, и они быстро уйдут, так скажем, на пироги, пирожки и так далее. Если у нас яблок очень много, тогда подходит вот такой вариант. Мы берем опилками. Устилаем, получается. Устилаем, да, дно. Любого ящика, будь то... А бумагу аналогично поднес лучше, да, подстелить. Да, обязательно, очень хорошо. Еще хорошо, когда вот такая вот бумага у нас еще есть для устилания между рядами. То есть мы берем яблочки, опять же такие яблочки берем и раскладываем так, чтобы они не совсем соседничали друг с другом, не дотрагивались. Яблочки лучше сортировать большие, крупные отдельно в другой ящик, а более средние и мелкие отдельно. Почему? Потому что с больших яблок выделяется больше этилена. С большого яблока выделится много этилена и начнет, подаст сигнал мелкому яблоку, и мелкое яблоко начнет просто дозревать и изгнивать. То есть мелочь пузатая отдельно. Отдельно тоже. От взрослых больших. Когда мы раскладываем, есть несколько вариантов. Основной вариант, и как бы более правильный, когда у нас плодоножка кверху, чтобы они просто не... Не прикасались друг друга. И да, вот здесь вот как раз очень хорошо было бы уложить еще один слой бумаги, и сверху, перед тем как уложить слоем бумаги, мы опять же засыпаем, опилки. Да, то есть опилок надо немало, так, ну немало, да, немало. А еще есть вариант, это у бумагой и газетами, как быть с газетами, можно или нет? Да, я вот хотела бы обратить ваше внимание на по поводу когда мы заматываем бумагу либо же газету. Этот вариант, ну, не совсем хорош. Почему? Потому что яблоко имеет природное опыление, то есть восковой налет. И когда мы берем и заматываем в газетку, либо же в бумагу, есть вариант того, что мы просто сотрем этот раствор. Повреждаем, да? Да. Мы сотрем, и, соответственно, туда начнут проникать микроорганизмы, оно начнет пропадать. И мы еще не будем иметь возможности это контролировать, то есть делать выборку, потому что его нужно разматывать и посмотреть, хорошее оно или нет. В зависимости от того, от сорта, какой восковой налет, насколько он плотный, что если он такой, так скажем, хороший, то повреждений будет менее. Если он слабый, есть сорта, которые очень слабый восковой этот налет, то есть, ну, эти яблочки очень быстро они пропадут. Отож, друзі, ось так, найголовніше пам'ятайте про те, що виростили свій урожай, варто все ж таки його зберегти для того, щоб нормально ним скористатися впродовж зими. Вам дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Тому беріть сьогодні максимально опилки, перемотуйте все, що можна, пересипайте все, що можна, зберігайте овочі правильно. Якщо щось перезабули з того, що ми вам розповіли, пам'ятайте про те, що на Ютубі, на нашому каналі можна все це переглянути і ще раз.